Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в SimCity с дополнением «Города будущего». И сразу, ребята, я хочу вам сказать, что многие меня просят, чтобы я построил игорный город, город с специализацией на игорном бизнесе, да. Я, как говорил раньше, так сейчас как я повторю, что я обязательно его построю, я не закончу SimCity, но, скажем, тогда вот этот сезон, может быть, будет когда-нибудь второй сезон еще, я не знаю, может, если да, выйдет какое-то еще обновление глобальное. Но, во всяком случае, пока что я не закончу, не собираюсь заканчивать SimCity, пока не построю еще как минимум игорный город. Но до этого есть еще у нас дела, как минимум перестроить, где у нас, Gala Industries наш, вот этот вот городочек привести в порядок. В принципе, Galaxy One, Galaxy Two в более-менее приведены уже в порядок. Ну, это, конечно, так сложно сказать, что... потому что, да, много ошибок, что здесь, что там. Здесь вот, например, покупателей нету вообще. Почему? Торговый уровень со средним достатком. И море жителей со средним достатком, но покупателей нет. Окей. Ни одного нет покупателя. Блин, как-то странно. Так. Ну, тут, в принципе, пока что дела идут более-менее нормально. Единственное, что сейчас проблема у меня вот, да, иногда с очищением сточных вод идет. Трубы забиваются. И это грустно, потому что все это в почву выходит. И у меня, на самом деле, довольно серьезные проблемы с... Давайте мы посмотрим. С загрязнением почвы уже местами просто жутчайшие такие, да, как вы видите. Надо с этим бороться. Загрязнение воздуха у нас, по-моему, практически уже не осталось, да? Есть так местами такие помутнения. Карта ветра, загрязнение воздуха, окей. Да, все довольно чистенько уже так стало. Потому что раньше была совсем другая картина, да, здесь немножко все-таки еще есть. Но воздухоочистительная корона нам все поочищала, все, что смогла. Поэтому ее, я думаю, можно закрыть. Можно закрыть, удалить и поставить, может быть, что-то более полезное. Но для начала я бы хотел рассадить деревьев как можно больше. Во-первых, мы поставим так, природные... Посадим елок как можно больше, я не знаю, так не видно, где они растут. Как можно больше елок везде, везде мы поставим, потому что они очищают нам землю. Также мы поставим сейчас вдоль дорог как можно больше деревьев, чтобы справляться с загрязнением воздуха, которое будет появляться. То есть, да, у нас от дорог идет загрязнение воздуха. Были раньше заводы, от которых тоже шло загрязнение воздуха, но сейчас их уже нету, слава богу. Поэтому в этом плане тут все довольно-таки неплохо. Так, везде, везде как можно больше насадим елок. Они рано или поздно все загнутся из-за того, что поглотят загрязнение. И мы потом новых насадим. Но таким образом можно немножко очищать территорию города. Но это, конечно, такой довольно слабый способ. Есть очистители почвы, которые можно тоже построить. Но, по-моему, они у меня даже открыты где-то были. Я не помню точно. Но в любом случае мне сейчас это не нужно, наверное. Давайте просто насадим елок. Много елок. Раньше я строил много парков, теперь буду строить много, сажать много елок. Так, а можно? Нет, нужно кликать все время. Нельзя зажать ее, чтобы елки сажались сами по себе. Так, хорошо. Давайте, может, все-таки с этой стороны, потому что здесь, как ни странно, больше всего загрязнения почвы, потому что, наверное, сточные воды, наверное, да, не доходили до очищения. Или, может быть, все-таки, не знаю, мусор. Кстати, мусор, да, мусор. Я забыл совсем про то, что мусор мы не справлялись со сбором мусора в прошлой серии. Сейчас уже дело пошло немного лучше. Но все равно, как вы видите, сейчас 3 часа ночи, и мы собрали всего лишь 12 за прошлый день. 12 тысяч мусора. Я не помню, все-таки я после записи прошлой серии удалил вот эту штуку, или в конце прошлой серии я удалил эту штуку и переделал ее. Точно сказать не могу. Но у нас тут, да, вторсырье
не успевает перерабатываться, может быть, поэтому мы все не забираем. Но сейчас уже дело пошло более-менее нормально, да? Сейчас машинок не видно, потому что рабочая смена, естественно, у всех закончена. Кстати, вот здесь вот еще елок надо поставить. Елки. Нужно больше елок. О, отлично. А то я с того ракурса что-то даже не видел эти места. А теперь можно засажать все елками к чертям. Потому что он, смотрите, просто черные места такие появились. Тут не сажаются почему-то. Ну вот, будем наблюдать за тем, как будет обстоять ситуация с загрязнением почвы. Кстати, а если мы открываем... Нет, мы здесь не видим в этом списочке загрязнения почвы. Ну, мы здесь его видим, загрязнение почвы. Вот. Ну, мы запомнили, да, что у нас вот здесь вот от заводов остались загрязненные места, но это они уже немного почистились, да, здесь все, по-моему, почистилось как раз елками, потому что, ну, явно должно было бы быть здесь загрязнение, потому что здесь много производства у меня стояло раньше. А здесь вот в городе остались, хотя, по-моему, вот очищаются потихонечку, да, места. Ну, посмотрим. В любом случае, сейчас проблема у меня с мусором. И проблемы весьма серьезные, я бы сказал. Нужно решить эти проблемы в этой серии. Карта отходов пока что не отображается. Может быть, сейчас в 6 утра начнет показывать нам отходы сегодняшние. Да, вот, пошли отходы. И что случилось со вчерашними отходами, я даже не представляю. Наверное, они все остались где-то в земле. Ну вот, машинки сразу погнали собирать весь мусор. Тут все нормально. Мусоровозы из Gala Industries тоже пошли собирать именно мусор, которого тоже, кстати, немало. Ну, посмотрим. Сегодня вот как раз будет нормальный день для статистики, когда машинки начали хорошо работать. Но, правда, вот сейчас они забьют у меня сразу же полностью весь склад вторсырья. Я не успеваю перерабатывать. Вот, надо, или, я не знаю, или все-таки... А я, по-моему, отправлял машины из Galaxy 2 сюда, чтобы помогать забирать мусор. Может быть, да, я, может, по-моему, таки делал это. Ну окей, давайте я не будем забывать про мероприятие, чтобы бабла у нас больше было. Потому что будет больше бабла, мы отдадим все бабло в Gala Industries и будем там заниматься разведением Омега, хотя там ресурсов нету, придется все покупать, но посмотрим. Вот. Да, корону я хотел перестроить. Давайте мы ее уберем. Теперь она нам не нужна. Можно ее даже снести. Так вот, да, это же надо, да, воздухоочистительная корона Mark II. И давайте посмотрим, что мы можем здесь построить. У нас жилой торговый уровень, которому, ну, нужно больше покупателей, нормально. Теперь покупатели пошли уже. И офисный уровень, низкие технологии. А, интересно, офисный уровень я поставил с низкими технологиями. Но он вполне хорошо работает. Окей. Давайте подумаем, какую корону мы можем все-таки поставить. Энергетическая корона нам точно не нужна. Проблем с энергией на данном этапе у нас нету никаких. Мы еще можем поставить один реактор, который даст нам еще кучу энергии. Вот. Дальше. Обычная туристическая. Может быть, поставить туристическую корону, чтобы получали все наши короны максимальный бонус. Или рекламные баннеры. Тоже весьма неплохо. Ну или... Ну, парковая корона, конечно... Даже не знаю. У меня, по-моему, одна где-то... А, нет, не стоит ни одной короны. Не стоит. Не знаю, давайте попробуем все-таки туристическую поставить. Может, не будет у меня такого количества туристов, конечно. Но здесь, например, ту же корону с рекламными баннерами ставить... Ну, как-то не очень, потому что... Торговый уровень так себе работает. Ну, он сейчас заработает нормально, должен заработать нормально. На офисе. Ну, не знаю, давайте все-таки тогда рекламный баннер поставим. Я сам себя уговорил. Я все время сам себя уговариваю. Я или отговариваю. Это нормально. Так. Смотрим периодически на наши доходы. Сейчас 30 тысяч. В начале серии там до 800 упали, да? Плюс 800.
Окей, теперь давайте мы пока что у нас посмотрим на нехватку наших рабочих. Ну, в принципе, не так уж все и плохо на самом деле. Можно как сделать? Построить еще одну мегабашню с низким достатком, я думаю, да? А здесь построить, как раз вернуть парочку домиков с высоким достатком. В этом районе драгоценные камни короны. Максимизируйте одну из региональных бонусов. Да, я почти успел дочитать, окей. Давайте построим. Здесь, в принципе, и так у меня стоит жилая зона, но она, наверное, не помещается, потому что вот это вот здание немного не в тему выросло. Давайте мы его снесем. Вот эти вот тоже снесем. Неудобно сносить их, конечно, стало. О, отлично. И вот второй небоскребчик появляется здесь. Хорошо. Дальше. Где мне еще тут нужно было бы чего поставить? Модернизируйте дороги. У меня что, дороги не везде еще модернизированы? Еще серьезно, что ли? Ух ты, в натуре. Пропустил я где-то маленький участочек. Да. Бывает такое, бывает. И сразу здание начало улучшаться. Окей. Окей. Так. Здесь дома строятся. Может, им там парка не надо. Посмотрим. Так. Уже вечер. Кстати, мероприятие назначило на когда? А, сейчас уже идет мероприятие. Так себе. Доходы. Так себе. Не ахти. Не ахти. Так, корона бонус 100%. Давайте посмотрим, сколько нам приносит наш торговый уровень. Непонятно пока. Вот. Сейчас в ноль вышло. В среднем продаж в час 125. Ну-ка. Торговый уровень с высоким достатком. Тоже нужно больше покупателей. И, кстати, нужно больше тут рабочих тоже, да? Так, у меня 3 мегабашни сейчас. 3, 4, 5, 6, 7. О, у меня максимум мегабашен уже, да. Блин, а я думал, еще одно куда-то можно построить будет. Но, видимо, я где-то ошибался. Так, еще. Еще мои зрители просили меня, чтобы я построил Empire State Building, который я в детстве всегда называл Empire Street Building. Но, наверное, я в этом городе его строить не буду, да? Я построю вот, в принципе, и так он до 46-48. Бабло пошло 51 тысяча. То есть, в принципе, неплохо тогда. Но выше 51 вряд ли поднимется. Но мы уже заработали 1 миллион. Вот так вот, с лету. По-моему, неплохо. Неплохо. И начал опять такой спад небольшой идти. Давайте мы глянем еще на карту туристов. Так, закроемся. Карту туристов. Ну, так себе. Сколько здесь? А, ну, 160 человек пойдет. Здесь никого. Окей. Теперь посмотрим еще на карту, опять же, отходов. Как? А, на карте плохо видно. Давайте мы просто вот так вот нажмем и посмотрим. Блин, 6 утра, я не успел посмотреть, сколько же у нас за вчера собрали наши машины. Весь мусор или не весь? Скорее всего, не весь, что-то мне так кажется. Блин, это плохо как-то. Вот здесь вот земля загрязнена тоже. Наверное, не знаю, от дорог, по идее, должен только воздух загрязняться. Скорее всего, мусор просто люди выбрасывают на улицу. Или как-то так. Которую не забирают. Мне там неприятные такие моменты, конечно же. Но ничего не поделать. Так, аэропортик наш. О, за... 9 утра уже прибыло 200 туристов. Аэропорт начал хорошо работать, наконец. Ну как, относительно хорошо. Как может, так и хорошо работает. Большие самолеты не прилетают. На маленьких, на таких каких-то частных все летают. Но
Ничего. Так, 5000 мусора собрали, и вот все, вторсырье заполнено. И сейчас машинки, по идее, ну, они там еще соберут немного. И на этом все остановится, все закончится. И это мне не нравится. Непорядок, непорядок в этом плане, конечно. Скоро из Gala Industries спешит на помощь. Этого мусора тоже только, обычного мусора забрали тоже не так много. Поэтому все и жалуются здесь люди, что тут нездоровая атмосфера. Да. Вот, пошли жаловаться на то, что заполнены. Может, блин, я бы еще бы один с удовольствием бы, конечно, поставил бы такой очистительный заводик перерабатывающий, но просто некуда. Просто-напросто некуда. А, кстати, я совсем забыл. Нужно продолжать исследование. Без этого никуда. Исследование завершено. Солнечный энергоцентр я изучил. Вертикальный двигатель мне пока что не нужен, как и первое исследование. Это солнечный, улучшенный солнечной батареи. Генератор, использующий чистый уголь. Ну, тоже нам не надо, на самом деле. Чистую нефть. И это нам не надо. Хирургический центр. Вот, это уже интереснее. Модуль хирургического центра в больнице. Так. Детективный отдел. Ну ладно, давайте пока изучать. Хотя, мы можем. Нет, пока что мы не можем. У нас еще не одобрен юридический институт и медицинский институт. Хорошо. Посмотрим. Может быть, когда-нибудь мы сможем улучшить. Хотя, по-моему, уже давно у меня так на порядка 3000 держится, да, учащихся. И больше никто не идет. Наверное, потому что просто жителей маловато в городе. И да, 250 тысяч это не так еще много. Но учитывая то, что в городе у нас на 250 тысяч пробок нету совершенно, как мы видим, да, иногда тянучки небольшие получаются. Но в целом все, по-моему, очень здорово в плане пробок в городе. Так, перестали ездить мусоровозы почему-то из Gala Industries. Ну что же это такое? Даже 1000 мусора не собрали из 13 тысяч. Это ужасно. Почему вот интересно так? Так, давайте еще одно мероприятие. Зарядим на следующий день, на завтра, окей. Я не против. Как у нас здесь? Вот мне нравится, как здесь дирижабли работают. Просто по 20 тысяч в день пассажиров, туристов и просто пассажиров перевозят. Блин, ну вот та же ситуация, как и в начале серии, да, была. Просто не справляемся с очисткой этого города. Это очень плохо. Надо что-то с этим думать, решать, предпринимать. Что, например, если честно, я даже не знаю, добавить... Я вроде бы отправил сюда больше мусоровозов из Gala Industries. Ну, давайте сейчас пробежимся по городам. Давайте для начала в Gala Industries заглянем. Там у меня тоже куча проблем. Воды не хватает. Короче, очень много всего не хватает. Надо его полностью сносить, переделывать, очищать, потому что там тоже все к чертям загрязнено. Но для начала мы давайте... Блин, прикольный городок был такой когда-то давно. Давайте мы поставим. Ага, все, у нас лимит по гаражам пошел. Вот в чем беда. Так, ладно. Допустим, посмотрим, сколько машины куда у нас ездят. Так, это у нас что такое? Мегабашня. Ага, я понял. Бонус нам показывает мегабашню. Утилизация. Сюда. 5 транспорта ездит, сюда 9. Блин, 9 транспорта должно сюда ездить, и они не справляются с очисткой города всего лишь. Ну, раньше ездило меньше и забирали мусора гораздо больше. Но вот это вот, я не знаю, мне что-то очень не нравится. Такой вот момент. Давайте, не знаю, скорость включим, потому что подождем. Может, я там быстренько настроил их и там не успел обработаться что-то, что, да, машины не поехали. Ну вот, 4 едут уже туда. Всего лишь 4, конечно. Так, давайте сейчас загрузим
Этот городок, наверное, глянем. Может быть, как раз сюда меньше машин отправить, потому что там вроде все хорошо, там мы справлялись. Так, я выбрал город. Алло. Я же выбрал город. Почему я не могу отозвать машины? Что происходит? Или это наоборот, я сюда зашел сейчас, да? Нет, я что-то не понимаю. Так, а ну-ка. О, вот, теперь могу отозвать. Давайте здесь, не знаю, 3 оставим. Хватит. 3. А 2 сюда пустим. Окей. Давайте теперь заглянем сюда. В этом городе была нехватка энергии, но сейчас с энергией все уже будет классно. Так. Все, с энергией. А мы можем построить эту волновую электростанцию, но она нам не нужна. Так, не хватает. Доступно в регионе 0, написано. Представляете, какая фантастика. Вы чё, вы шутите, что ли? 0. О, все, все нормально. Раздуплились. Хорошо, теперь у нас проблем не будет. Так, чё это, что вот это такое? Я не понял. Что происходит? Что за проблема? Что за глюки? Алло? Что это за непорядок такой? Ладно, я хотел посмотреть, на самом деле, всего лишь здесь. Мы сейчас быстренько свалим отсюда. Да, здесь мусора всего лишь, смотрите, 800 мусорных баков. И где они прекрасно собираются. И мусор тоже здесь прекрасно собирается. Давайте мы отсюда отправим в Galle Industries. Все 6 транспортов. Окей. Чтобы больше мусор вывозилось. Жалко, конечно, что этот мусор, который забирают, они в город не привозят. Это все так виртуальные такие, скажем так, услуги, да. Что, жалко, что не получится нажиться на соседних городах. То есть они, да, они нам платят денежку там какую-то за сбор мусора, но все равно это как-то неинтересно. Так, а поезда, как у меня там поезда, нормально работают? Ну, так себе. На самом деле, вот все пассажиры, в основном все туристы, прилетают на дирижаблях. Такие молодцы ребята. Так, мероприятие готовится. Сейчас мы посмотрим на следующий день, как у нас будет. Будут мусор собирать или не будут. У нас, в принципе, тут еще место есть немножко. Можно еще что-нибудь будет построить. 1000 мелочей. Окей. Я хотел, чтобы здесь был у меня отель, но, увы, увы, это не отель. Кстати, мне еще ребята говорили, чтобы я снес... Блин, в натуре это все уже отели стали. Налоги слишком высоки. Налоги для... Ага, вот здесь вот так вот сделаем все. Окей. Производства у нас никакого нет. С налогов я вообще такие копейки получаешь. Смешно даже. Так, хотел я построить Empire State Building. Мне, да, советовали ребята. У меня есть... Здесь есть мельничка. Что мы можем тут такого убрать? В принципе, тут мы убрать ничего не можем, наверное. Или может все-таки попробовать что-то снести, например. Не знаю. Вот эта штука люди пользуются нормально, вполне. Это и... Давайте посмотрим, кто из них вчера денег больше заработал. О, естественно, вот это вот. Давайте тогда мельничку снесем. Допустим, да? И поставим здесь Empire State Building. Раз зрители просят, я не могу им отказать. Тем более в такой мелочи. Так, где он? Empire State Building. Не маленький такой домик, конечно же, не маленький. Сейчас подумаем, куда его лучше разместить. Кстати, вот здесь вот у меня есть места, нет? Нет. А, там у меня парк. Дурацкий парк. Хотя в тот парк тоже туристы ходят.
Вот здесь может быть, кстати. Или вот прямо вот. Нет, ладно, не буду ставить. А что там, кстати, что он дает? Достопримечательность, высокая привлекательность, повышает стоимость земли в жилой зоне среднего дохода. Минус небольшой совсем дает. Ну, давайте куда-нибудь все-таки сюда пока что поставим. У нас здесь, да, нормальная дорога, кольцевая, можно сказать. И люди будут вполне хорошо себе кататься здесь. Жалко, мы не можем больше достопримечательностей построить, но, увы. Ваш город хотят посетить больше туристов. О, это хорошо, это очень хорошо. Но, видимо, не все могут добраться. Так. А, кстати, открылись новые вакансии. И причем 1000 вакансий у меня он открылось. Я вроде бы ничего не строил, да, только вот этот вот домик построил. И сразу 1000 вакансий. Окей. Так. Давайте подумаем. Что мы можем сделать? Срочно примите меры против этих микробов. Да, у меня есть же противомикробная эта машинка. Фургончик. Антимикробный. Так, давайте мы посмотрим на зоны. Да, у меня слишком много здесь отелей. Отель Панталоны. Отличное название для отеля. Ну, хотя, в принципе. Если игра посчитала, что нужно, чтобы здесь были отели, коммерческий спрос, в принципе, у меня есть, но невысокий, по большому счету. Поэтому, ладно, оставим его в покое. Посмотрим сейчас, как будет работать наш Empire State Building. Здесь, о, уже началось мероприятие. Стоп, почему оно уже началось? Оно вроде бы... А, тьфу, не началось, оно не началось еще. Понятно. Так. Давайте посмотрим, есть ли... О, хорошо, люди пошли, туристики, да? 100, 160, отлично. Еще и 500 человек помещается. Вполне неплохо, вполне неплохо. Так. Но у нас теперь здесь... Образовалась пробка небольшая. Давайте мы поставим, может быть, здесь, кстати, систему машина-автобус. Здесь много людей выезжает, да, едут, правда, в эту сторону. Мы можем здесь поставить... Нет. А, ну, все правильно. Мы можем здесь поставить систему машина-автобус, которая мне уж больно понравилась. Вот здесь замечательно будет стоять. Посмотрим, будут ли люди пользоваться или не будут. И, может быть, кстати, еще одну где-то здесь. Здесь у меня стояло когда-то, а я убрал. Точно, я убрал. Поэтому давайте поставим где-то здесь, еще с этой стороны. Вот. Так, с мегабашни. На этой стороне я не смогу поставить. Могу только здесь поставить, но здесь уже нам не нужна она, в принципе. Так, трамвайчики как у нас работают? 9 трамваев, в принципе, хватает. У нас все виды общественного транспорта сейчас есть. Так, пока не наступил следующий день, давайте мы посмотрим, как же у нас с уборкой мусора. Блин, опять 800 и 12 тысяч. Ну что это такое? Почему к нам не ездят мусоровозы из других городов? Это очень печально. А, ну смотрите, зато да, горы мусора немножечко так рассосались. Загрязнение уменьшается. Так заметно причем уменьшается. Это хорошо, это хорошо. Давайте елок еще посадим немного. Может где-то уже погнили. И, кстати, да, я хотел еще посадить деревья вдоль дорог. Сейчас мы тоже это сделаем. Посадим много деревьев вдоль дорог. Они будут очищать как раз нам воздух, эти деревья. Не знаю, будут ли очищать вот эти деревья, которые мы вдоль дорог сажаем. Будут ли они очищать землю или не будут. Но попробовать стоит. Они там стоят копейки, тем более. И расход на них никакой не идет совершенно, поэтому... Надо попробовать обязательно. Скоро из Galay Industries спешит на помощь. Хорошо. Если наши скоро не справляются, кстати. Кстати, почему наши скоро не справляются? Где наша больница? Вот наша больница. 18 пациентов лечат. Ну, у нас тут скорых немало, я бы сказал.
Больных вылечено за день 12 из 21. Ага, у нас максимум скорых. О. Надо, короче, строить дронов. По-любому строить дронов. Поставить такую штуку. Не надо пока что. Наверное, пока что все-таки не надо. Так, где мои елочки, которые я все хочу построить? Елочки, деревья вот такие красивые, допустим. И сажаем их, я не знаю, чуть ли не на каждое свободное место, как можно больше. На них мы не разоримся никак. А город будет более привлекательный. Я не знаю, как это в плане игровой механики скажется или нет, но... Я бы хотел, чтобы у меня в городе через каждые там несколько метров возле вокруг дорог росли деревья. У нас, например, каштаны сажают в центре. Так, что-то как-то я так... А, ну все правильно. Абсолютно везде, где есть свободные места, нужно посадить елки. Ну как нужно? Не то чтобы нужно, но это хорошо будет сказываться. Потом, правда, они, в принципе, умирают, и все нормально. Сносить их там, по-моему, не нужно. Так, еще сюда куда-нибудь. И на той стороне города тоже мы поставим обязательно. О, так, тихо. Интересно, сколько я денег на это все потратил. Жалко тоже, что нельзя просто возить мышкой, чтобы елки все эти сажали себе спокойно. Приходится кликать все время. Оп, тихо, это не то. Но это тоже нормально. Главное, что я случайно не кликнул на снести здание и не посносил здесь все. Так, возле аэропорта обязательно. Здесь вот тоже, потому что тут у меня вообще самое опасное место, самое стрёмное, как по мне. Если ядерка хорошо работает, безопасно, да, то есть я за нее не боюсь, потому что у меня жители образованные в городе, а вот за вот эту вот канализацию я боюсь, реально. Так, ой, начинается Годзилла, снова Годзилла. У меня грязный город, ко мне постоянно заходит Годзилла. Ну куда ты, где ты, покажите мне тебя. Где? Я не вижу. Ой-ой-ой. 11 FPS и все замерло, к чертям. Где же ты, Годзилла? А, вот он. Че? Тонет там? Я видел, он был там. Он был там. А, не, вот он, смотрите, он здесь. Так, что ты мне тут ломаешь? Система машина-автобус. Это не страшно, по-моему. Система машина-автобус. Сносим. И что еще? Что еще? Одно заброшенное здание где-то у меня есть. Наверное, люди забросили здание какое-то из-за микробов. Или что? Или где? Я что-то не понял. Где у меня заброшенное здание? Почему я не вижу заброшенное здание? А, вот вижу. Причина... Я не успел прочитать причину. Так, ну систему машину-автобус мы здесь вернем. Теперь, правда, здесь почему-то две остановки стало. Можем мы снести? А, мы не можем снести. Ну, ладно. Не столь важно, я думаю. Так, продолжаем сажать елочки, чтобы избежать появления Годзиллы в следующий раз. Может, городок немного почище станет из-за елочек наших. Так. Здесь, везде. Абсолютно везде. Так, уже 12 миллион мы насобирали. За серию я набрал 2 миллиона. Фантастика просто. Так,
такого бабла я пока еще не поднимал никогда. Это мои личные рекорды, скажем так. Да? Так, здесь. А, все, по-моему, все больше. И негде-то, собственно, посадить елку. Хотя вот еще места есть немножко. Здесь парочка. Отлично. Чувствую себя каким-то елочным маньяком. Нужно больше елок. Ну, это лучше, чем парки. Они хоть деньги не расходуют. Так, точно не расходуют. Давайте мы посмотрим. Елки. Нет. С елками все нормально. Все нормально. Но почему-то мы получаем минус 3000 в час. Я знаю почему. Потому что нужно назначить мероприятие и ждать наплыва туристов и получать 50 тысяч в час. Правильно? Так, обычная туристическая корона. Плохо работает. Сейчас в ней, по-моему, никого нету практически, да? Вот это вот хорошо работает коронка. Так, а ну-ка, торговый уровень. 125 средних продаж в час. По-моему, растет это количество, если я не ошибаюсь. Где у нас тут магазин? Ага, вот этот вот совсем не работает магазинчик. Это очень жалко, конечно. На 33 тысячи доход наш снижает. А почему? Потому что по какой-то причине наши жители среднего достатка не хотят ездить в эту мегабашню. Это очень странно. Неужели всем хватает этого магазина? Ой, жилой уровень, смотрите, здесь чего не хватает? Что не так? Что не так? Что это значит? Что эти три точечки значат? Расскажите мне. Где? Куда? Почему население падает? Что это такое? Не можем найти ни один магазин со средним достатком. Вот, кстати, так, я не хотел сюда заходить. Со средним достатком. Вот почему у вас как раз прямая дорога есть к магазину вот сюда. Почему вы не едете? Почему? Ну, все же просто. Поднялся на верхний этаж, сел на маленький автомобильчик электрический и погнал. Потому что вы высоты боитесь. Может, конечно. Но я не думаю, что все 600 человек высоты боятся. Увы. Увы, это немного печально, но надо, видимо, башни делать такие специализированные, узконаправленные, я не знаю. Потому что да. Так, модернизация Академии наук. Я совсем забыл про Академию наук. Мы теперь можем поставить институт физики плазмы. Да, можем даже вот сюда его поставить. Теперь будет больше вырабатываться ControlNet, по идее. По идее. И теперь можем начать новое исследование. Мусороизмельчитель. Так, уровень утилизации отходов. Выработка мусора, увеличивает объем перерабатываемых мегабашней отходов. На этом чистка канализационных вод мегабашни и превращение ее в питьевую. То есть вот так вот с помощью этого модуля можно, да, обеспечить мегабашню и утилизацией, и питьевой водой. В принципе, неплохо. Так, термоядерная электростанция. Мне про нее сказали все, что прям вообще огонь, и надо строить однозначно. Потому что лучше якобы, чем в разы, чем моя атомная, даже улучшенная. Ну, посмотрим. Улучшим мы ее тоже. Но это естественно, в принципе, города будущего. Должна быть и электростанция будущего. Так, стоимость земли по максимуму. За вчера заработали 26 тысяч на ней. Неплохо, по-моему, неплохо. Кажется, мы поранились. Так, мероприятие идет. Ну, в принципе, землю мы очистили. Мусор вообще один в один, по-моему, те же цифры абсолютно. Что, как?
Как так получается, что каждый день одни и те же цифры? Плюс, учитывая то, что да, я направил сюда больше мусоровозов из других городов. Где в этом логика-то? Почему я не понимаю всего этого? Блин, и жители, смотрите, упало, да? На 30 тысяч меньше стало. Скорость Gala Industries спешит на помощь. Главное, что бабки идут. Здесь никого нет пока что. Ну, это пока что сейчас. Должны туристы пойти. Давайте мы лучше посмотрим на загрязнение почвы. О, смотрите, мне тоже нравится. Практически здесь ничего не осталось. Здесь тоже рано или поздно этот большой участок очистится. Короче, в городе нужно сажать больше елок. Обязательно. Без елок никуда вообще. Это да. Ну вот, с мусором что делать? Так непонятно на самом деле. Почему-то. О, смотрите. Склад вторсырья опустел за день. Может быть, сейчас они немножко больше мусора соберут. Я надеюсь на это, потому что, ну, это как-то что-то неправильное. Давайте посмотрим. Посмотрим. Ладно, да, если бы у меня были пробки в городе, такие жуткие какие-то, что машины там стояли бы часами. Но так же нет, они, в принципе, нормально себе ездят. За, вон, буквально пару часов смены рабочие собрали 3000 мусора. Ну, тельсырья, я имею в виду, да? Эти тоже мусор собирают здесь, в принципе. Просто на эту сторону как-то никто не заезжает. Мало кто заезжает. Ладно, вот здесь... 510 баков. И они так по чуть-чуть забирают все это дело. Не, ну опять сейчас, наверное, на 12 тысячах так и останется. Блин, что же это за дело? А, стоп, подождите. Подождите. Смотрите, написано, что мы да, собрали 833 мусорных бака за день. Но мусора в городе больше нет. 833 за день из 13 тысяч. Но мусора в городе больше нет. Ну, именно мусора есть еще, да, этим утильсырье. Но мне кажется, что как раз вот сейчас на 12 тысячах и утильсырье остановится. То есть мы, по идее, все делаем отлично. То есть тут как бы никаких проблем, по идее, нету. Мы очищаем город полностью, от начала до конца. Просто здесь заключила моя статистика, видимо. Да, скорее всего, просто здесь отображается неправильно. Смотрите, город на самом деле чистый. Ни мусора, ни утильсырья, нигде ничего не осталось. Все здорово. Давайте посмотрим сюда, давайте посмотрим сюда. Здесь. Есть такие еще, ну, серенькие места тут возле дорог, конечно, когда постоянный трафик, то немножко темные такие, но это гораздо приятнее картина, чем раньше, да, и это уже тоже почище будет. Так, еще посидеть немного и нормально. Все, город, смотрите, полностью чистый, абсолютно. Все, мы очистили идеально. А статистики мне говорят совсем другие вещи. Окей. Я не против. Неважно тогда. Тогда не важно. Тогда у нас с этим городом получается все хорошо. Абсолютно. Ну, не все хорошо. Ладно, это я что-то уже... Что-то я уже совсем переборщил. Далеко не все хорошо, конечно же. Жители покидают город, как мы видим.
по тем или иным причинам, не совсем мне ясным. Но в целом это уже гораздо лучше, чем было когда-то, чем было раньше. Да, давайте посмотрим в этой мегабашне на торговый уровень. Тут пусто, я понял. Здесь никто ничего не покупает. Этот уровень дает нам минус. Давайте его просто тогда нафиг закроем. И он нам не будет давать минус. Мы будем получать на 35 тысяч в день больше. Норм? Вроде норм. Давайте посмотрим, где у нас еще какие проблемы. Точнее, это надо не так смотреть, а через раздел специализации. И вот, мегабашня. Так, доход. Доход, давайте посмотрим. Это у нас... рекламный, наверное, вот это, которая посередине, да, жилой уровень, смотрите, пустой, совершенно пустой жилой уровень, почему, куда тысяча жителей делась, общее сведение мегабашни, куда делась тысяча жителей, расскажи, нужно больше покупателей, а покупатели куда делись, отличная башня, и никого нету, 6 человек думают, что это отличная башня, и здесь тоже. Ну, это, наверное, опять какие-то глюки, потому что, то есть, никто вроде ничего не жалует. Нас печалит именно это. Окей. Ладно, ну, в целом. Да ну, что ж такое, по два раза кликаю. В целом, меня устраивает. Все, что я вижу в этом городе, я думаю, все, можно брать наши 12 миллионов и отправляться в Gala Industries. Здесь, в принципе, ну как, не то чтобы мы сделали хороший город, но мы сделали, в принципе, прибыльный город, который более-менее неплохо таки развивается. Хоть и жители опять все больше и больше куда-то уезжают. Окей. Как бы это ни было печально. Здесь тоже глюк у нас. Хорошо. Тогда мы открываем окошечко наше городов. Что вот это такое? Что за пустая площадка? Что происходит? Что за пустая площадка? Ну, может опять какой-то очередной глюк? Так, 10 миллионов. Почему? А, я больше 10 миллионов не могу подарить, да? Ну ладно, я не против. Подарить 10 миллионов. Отправляются 10 миллионов. Подождем, пока нам скажут, что все, 10 миллионов якобы отправлен. Ладно, давайте зайдем, посмотрим на то, что у нас тут происходит. Если у нас вообще город еще, может, уже стерся с сервера каким-то чудным образом. А, нет, все нормально, все, город есть. Глюки, глюки, глюки. Так, проблемы с водой есть. Короче, проблем здесь море. Мне кажется, что проще будет мне вот этот город полностью построить с нуля. Давайте мы, да, наверное, таки полностью его снесем от начала до конца. Давайте посмотрим, какие у нас ресурсы здесь остались. Чего у нас тут? Местоположений угля еще немного есть. Руды нету. Нефти. Стоп, а нефть? Смотрите, еще нефть есть. Я думал, уже нет. Смотрите, здесь еще целое пятно такое. Хорошо. Нефть — это хорошо. Карта туризма. Ой, смотрите, здесь даже туристы есть. Никогда не смотрел в этом городе еще на туристов. Окей. Но у нас проблема. У нас воды просто-напросто не хватает в городе. Нужно все сносить, обеспечивать этот город водой. Потому что у меня здесь, смотрите, много маленьких этих... называются гидронасосных станций. И вот посмотрите на уровень загрязнения воды. Это ужасно. Это просто ужасно. Нужно все как-то переделывать. Ну хорошо. В любом случае, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. На этом серию я заканчиваю. В следующей серии мы будем что-то думать с Gala Industries.